Мазырский район першему Гомельской области завершился убор ранних яровых збожевых и зернебобовых культур. По даденных комитета по сельской господарце и харчаванне, среднеобластный показчик складая 43%. Наибольш близко до завершения работы в регионе находится Ельский район с показчиком 93% и Лельчицкий 86%. У целом у Беларуси ранние яровые культуры посеяны больше, чем на 20% площад, лидируя по темпах работ Брестская область. Тут сяўба выканана на 65% да плану.